Привет всем с Майорки и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа, и мне очень приятно, что вы смотрите это видео. Не забудьте подписаться и оставить свой комментарий. Мы сегодня с вами пойдем в Манго, в Зару и в ваш любимый Массимо Дутти. Посмотрим на коллекции и, конечно же, на верхнюю одежду на осень и зиму 2021-2022. Вот такой интересный жакет за 60 евро я увидела в Манго. Разные пуговицы, интересно. Большая гусиная лапка. Он укороченный и, конечно же, в актуальном цвете фиолетовом. Есть к нему же юбка. Интересный свитер за 40 евро. Модные цвета, классические белые и черные. Он такой оверсайз, очень мягкий, очень приятный к телу. Вот он как смотрится на манекене. Вот такое интересное черное пальто классическое. Стоит оно 70 евро. Вот еще одно пальто за 80 евро, тоже черного цвета, только он без воротника. Интересные пуговицы. И еще одно пальто, тоже черного цвета, оно длиннее, более классического кроя. И стоит оно 120 евро. К нему же вот такие интересные сапожки. Сапоги высокие, это кожа на вот такой шпильке. Дальше бежевое пальто и черное рядом, они одинаковые, просто цвета разные, двухбортные. Жилеты за 60 евро, они из эко-кожи, с вот таким вот ремешком в бежевом и в черном цвете. Стеганые куртки еще актуальны. Вот один вариант. Это больше на раннюю осень. Жакет. Тоже гусиная лапка, но очень маленькая. За 50 евро в классических цветах. В белом и черном. Конечно же, классика. Это у нас тренч за 60 евро. Бежевый цвет. Качественный материал, очень красивый и интересный. Я примеряю вот такую стеганую куртку. Она больше куртка-ветровка, не очень она толстая. Карманы пришиты, просто фальш-карманы. Она удлиненная, эта куртка, ниже колен. Дальше я взяла в Манго посмотреть и примерить вот такой жакет укороченный, очень красивый, за 60 евро. Интересные пуговицы. Интересные цвета, очень красивый жакет, очень интересный, он очень круто смотрится. Его можно носить как с классическими брюками, так и с джинсами. Thank you.
Дальше у нас Zara. Посмотрим, что нам Zara предлагает, какие цены, какой ассортимент. Тоже пройдемся по верхней одежде. Вы напишите в комментариях, что вам больше понравилось, что бы вы себе купили, что вам приглянулось. Вот такие рубашки за 29,95 евро, за 30 евро. Они были еще в прошлом сезоне и в позапрошлом, в разных цветах. Такие жакеты. Гусиная лапка в розовом цвете, розово-белый за 40 евро. Очень яркие пуговицы тут. Еще в зеленом, в синем цвете. Кроше. Еще актуально, еще модно. Все, что вязано. Вот такая безрукавка, удлиненная. Куртки. Стеганые вещи. Разные. Вот первая такая более спортивная. Дальше в зеленом цвете, цвет хаки, опять еще в черном, только более классический крой. И, конечно же, ваш любимый Massimo Dutti. В Massimo прямо при входе красивое пальто, пуховики и, конечно же, кожаные куртки. Вот кожаная куртка, более спортивная, в черном цвете, она укороченная. Вот и классика, тоже кожа, тоже в черном цвете. Джинсы молочные, очень качественные, очень плотный материал. Вот такая накидка в цвете хаки, она легкая, на раннюю осень. Интересная куртка. Куртка под дубленку, стоит она 169 евро. Она двухсторонняя. Черный цвет, это как баллон, кармашки. Вот я примеряю эту куртку, она очень интересная. Мне эта куртка напоминает дубленку, как были раньше. Что вы скажете по поводу такой куртки двухсторонней? Купили бы ее, да еще и за 169 евро. Мне было приятно, что вы досмотрели это видео до конца. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!